по дорогам Белоруссии и проезжаем агрогородок Мазалово. На горе виднеется храм Свято-Вознесенский. Впервые эта деревушка упоминается в 1615 году. Год Мазалово. На горе виднеется храм. Когда-то здесь в 16 веке был основан монастырь православный, Спасо-Преображенско-Успенский. Но в годы богоборческой власти он был уничтожен. Единственное, уцелела вот эта летняя церковь, которая была восстановлена уже совсем недавно. Здесь недалеко от храма Крыница. На горе. Так вот спускаться надо. Трасса идет Могилев-Мстиславль. Устроена купель, уже здесь освещена. И можно набирать водички. Огромная гора впереди. А Крыница расположена более правее. Но здесь дорожка выложена камушками. Пройти можно очень легко. Не знаю, какая здесь речка протекает в этом агрогородке. Здесь вот недалеко поставили информационный стенд, что это водный источник с парительницей хлебов в агрогородке Мазалово. Радуйся, благодатная, Господь с тобою, подаши нам росу благодати твоей, яви милосердие твое. Источник назван в честь парительницы хлебов Богородицы, благоустроен он дожинком 2015. Пойдемте посмотрим. Ой, какой интересный. Пойдем в купальню посмотрим. Здесь святая купель, правила ее посещения. Вот, святая купель. Спарительница хлебов. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Бабочки. Набрали водички. Еще раз снимаем Свято-Вознесенский храм в агрогородке Мазалово. Он сейчас закрыт. Работает, наверное, только по выходным. Дедушка Ленин. Могила здесь, Беларусьбанк.